На базе столичной школы-гимназии номер 29 прошло открытое первенство Академии Таэквондо ВТ Кыргызской Республики. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Кыргызстана. Турнир проводился среди детей, юношей, кадетов и юниоров, а разыгрывалось 23 комплекта медалей. В результате проведенных соревнований среди детей 2009-2011 годов рождения победителями турнира в своих весовых категориях стали Абдурахим Таникеев, Мухаммедали Кайшибай, Марлен Аркинов, Даниил Рустамов, Динмухаммед Абдималик, Адиль Кайрыбаев и Алина Мамбетова. Среди юношей 2007-2008 годов рождения отличились Азат Еламан, Билал Исаев, Али Абубакир, Амир Мусалыев и Николай Петухов. В турнире среди кадетов 2004-2006 годов рождения на верхнюю ступень пьедестала поднялись Абида Бек, Алшир Перзенбаев, Алибек Мусаев, Бекарыс Кадиркул, Бек Абдилакимов и Айнур Сыздыгбаева. И в соревнованиях среди юниоров золотые медали завоевали Даниэль Пак, Ярасыл Кайрыбек, Иман Кинжибаев, Муниса Айматова и Айжан Бахытова. По окончании турнира президент Академии Таэквондо Убайдулат Ахтурбаев вручил удостоверение кандидатов в мастера спорта Кыргызстана Даниэлю Пак, Александру Ли, Амиру Шарипову, Фаризу Сабитову, Адиле Мамуналиеву и Анарбекулу Дастану. Затем состоялись показательные выступления сборной команды Академии Таэквондо Кыргызстана, после чего состоялось награждение победителей и призеров соревнований.